непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Бежит вниз. Ой. Всем привет, мои хорошие. Ой, как я чихаю. Вы видели мост, Саш? Мост пошатнулся. Идем на море мы. Уговорила. 5 часов вечера. Раньше невозможно. Что? Позвоночник. Как остановился, не могла согнуть его. Поэтому ждали, пока приду себя немножко. В общем, покажу я вам, где мы ходим с Сашкой на море. Уговорила его. Он хотел меня повезти туда подальше. Но я говорю, нет необходимости. Давай сходим поближе. Предоставляю вашему обозрению. Вот мы пошли, прямо вышли вот от нашего дома, вот если видно его. И вот прямо длинная дорога. Но вот мы выйдем к другому пляжу, где я вам показывала, потому что там, где сейчас бары, там будет грязное море. А мы направляемся немножко правее. Такие красивые ситы, смотрю, еще я. Очень красивые, большие. Гурашкин, а почему у нас? Посмотрите, Ашкин, более диорум? Баксен? Не йогбизде, посмотрите, вот какая прелесть, да? Бассейн. Пахало, видишь? А везем пара топламалар лазым. Они смотрят, как на туристку, все таксисты. Такая красота. Посмотрите, парки, вообще, я говорю, очень красивые. Но сейчас все сидят дома. Şimdilik olmaz mı? Şimdilik yani hemen kalkacaklarmış gibi. Şimdilik oturuyorlar. Ты как мы с мужем учим турецкий. Отрезали. Срезали. В общем, такая красота. Ağaçları kesmişler. Представляете, сколько говорила, хотела вам показать кафе там и не сняла видео. Смотрите, какое красивое море. Посмотрите, какое красивое море. Посмотрите, какая красота. Слушай, маска с эскизиорла. Я говорю, многие без маски, не только мы их нарушаем. Маски. Капито, капито. Ой. Без капито. Ашка, мама баксин. Насал курал орда. Курал йог. Антисептик йог. Маска йог. Бира и чёрла. Видите, пиво. Ашка, бира да и чёрла. А? Видите, бир. Пиво пьют, друзья мои. Все соскучились. Хэппи рай, чёрва. Чай чичек, а? Да, говорит, ты в этом же не будешь, не будут же чай пить. Здесь специально есть кафе, бары, где разрешают пить спиртные напитки, где не разрешают. Где только чай и кофе. Боже, посмотрите, какая прелесть. Идем, идем. Ой, хорошие. Люди повыходили. Италия. Алена, твой дом. Соскучилась Алена за домом? Приезжай скорей.
пришли мы, друзья мои, на наш пляж. Вот сюда мы еще ходим. Здесь устраивает парк такой пикники. Раньше здесь было очень много сирийцев, сейчас их нету. Они здесь с семьями. Нырешка. Мой муж что-то куда-то ведет меня. Посмотрим. Не любит он это место. Без него я ходила сюда. А он не любит. Пикник люди устраивают уже. Ой, Ашкым, Ашкым. Куда меня повезет Ашкым? В том году в это время тут вообще пройти невозможно было, все переполненное. I love you, Mezitli. Жарко, Ашкым. Здесь в том году машины, вот что это за место, я вам сейчас объясню. Кто хочет выпить, раскрою секрет. В кафе, в ресторанах дорого, они берут свои напитки, останавливают здесь машины, выходят, значит, ну, столики там, столики, стулья привозят. И усаживаются возле машин, музыка. И так время проводят. Вот все переполненное здесь. Вот такое вот место Мерсини. Вот там вот Соли Помпия. Посмотрите, вот достопримечательность. Вы видите? Соли Помпия. Там сады оливковые. В общем, вот здесь такое место. Район Соли начинается. Пираншихир заканчивается. Смотрите, какая красота. Мерсин на ладони. Вот сюда привел меня Ашкым. Знаете, почему привел? Потому что, говорит, когда ты там разденешься, все на тебя будут смотреть. Вот, как будто они ревнивые, а? Сам себе на уме. Только девочки здесь есть, фотографируйтесь, фотосессии. И мы. А море какое красивое, вы посмотрите. Какое красивое море. Боже ты мой. Боже ты мой. Боже, посмотрите, какой пляж. Ой, песочек. Я такая белая. Ашкым, нереге gidiyorsun şimdi? Dur orada duracağız. Burada. Тащит меня, тащит куда-то. Сам не знает. Gel burada oturacağız. Вода замечательная, мои хорошие. Обалдеть. Никого нету. Пляж дикарей. Вот куда мой муж меня привел. Сам кушает семечки. Такое море сейчас покажу вам. Теплое, теплое. Обалдеть. Люди начинают постепенно прибавляться. Рыбаки с семьями, видите, приходят.
выбирает подходящее место. У них 4 удочки. Машка ему говорю, давай сейчас пойдем каждый день будем ходить на море. Он говорит, не люблю я море. Я говорю, ну ради меня, пока я кого-то не найду себе, а чтобы с кем ходить. По-моему, уговорила его. Утром встанем, возьмем все сюда, завтрак, чай в термосе, устроим себе с утра пикник. Вроде бы согласился. Боже, какое благодать здесь, какая тишина, какое красивое море. Идем семечки лускаем. Ашкин купаться не любит. Ради меня только заходит. Я ваш Ашкин. Саук, Саук, Дииль. Боже, как хорошо, какое счастье. Бирас, кош, кош, бирас. Давай, давай, зумба, зумба, хады, хады. Я тоже сейчас там. Сейчас составлю компанию. Акденис. Здесь, говорит, белое море. Сонра? Тузлу. Соленое. Карадениздан да тузлу. Эгеден да тузлу. От Эгейского и Черного моря очень соленое. Ашкин, не были? Каршида Кыбрыс var. Кыбрыс адасы. Напротив нас это Греция. Ну, böyle düşünüyorum. Nerede bak görüyor musun? Işıklar yanıyor. Вот там, вот там, прямо Греция. Кип! Когда я худею. Ama taş ucundan gidiliyor, taş ucu. Orada, Silke. Sersora. Abdurla gidiyor. Ama daha gitmedi. Burada bir kalp var. Kalp kırılmış. Kırık bir kalp var. Кальбин чарсида. Сердце, кто-то нарисовал. Гульджан var. Ага. Гульджан. Али Айше'yi seviyor. Sen de böyle yap. Kalk. Var. Evet. Burayı silsek. Здесь я сотру имя. Hayır. Sen yeni yap. Ben yapayım. Романтик Дейси. Ну
посмотрим, как Ашкем будет рисовать. Вы видите, какое сделал сердце. Чок бью, Ашкем. Букадарби не совьёшься. Ух ты! Оу. Ух ты! Ama kalp bedenmiyor, o daha bezeniyor. На сердце не так похоже. Orada yok. Evet. Şişkos. Толстая сердце. Şişkofa. Sonra aşkım. Esim. Esim. Kimin o? Yes. Сейчас домой придем, тантуни буду готовить с курицей. Разошелся, разошелся. И ты, Рашки? Yoruldun mu? Ustam. Влюбленных засекла. Обнимашки.